Каждый человек в тот или иной период своей жизни задается вопросом о ее смысле, желая понять свое предназначение и место в этом мире. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? В детях. Для чего вы живете? Для того, чтобы растить детей. Ну, наверное, добиться каких-то результатов. Не знаю, девушка. Для чего вы живете? Ну, хочется жить. Смысл жизни, у меня личный смысл жизни в счастье, чтоб человек был счастлив каждый. В самой жизни. Живем в свое удовольствие. Я жил для себя, для собственных желаний, для как для удовольствия. Я искал интерес, не знаю, в ночных клубах, в водке, в наркотиках. Вспоминать те дни – это как ужасный сон. Постоянные друзья, пьянки, гулянки. Каждый день, с утра до вечера, я выпивал, и я то как бы на дне стакана видел смысл своей жизни. Непонимание смысла жизни, ее цели, отсутствие мечты приводят к депрессии и являются основной причиной погружения в алкоголизм и наркоманию. Один раз, когда я очень сильно много выпил, я пошел в ванну и взял ножницы или нож, я даже уже не помню, и начал резать себе вены. Ночью захожу в ванну, он порезал вены. Успокоить его было очень тяжело. Зацикленность на своих проблемах зачастую приводит к попыткам самоубийства. Однажды я шел утром, чтобы похмелиться, и сотрудники милиции, они взяли меня и отвели в участок. И дело шло к тому, чтобы я подписал какое-то дело против себя. И тогда, наверное, в этой камере я задумался, что так больше жить нельзя. Потому что я шел никуда, я все портил и не видел смысла жизни. Я сказал: «Боже, я оставлю все, оставлю сигареты, наркотики, обман и такую распутную жизнь. Я отдам тебе свое сердце, только, пожалуйста, вытащи меня». Вот. И меня чудом отпустили. И одна моя знакомая, она позвала меня в церковь. Она взяла такси, привезла меня. Я покаялся, я отдал свое сердце Господу. И я решил читать Библию, стать учеником Иисуса Христа. И Господь оправдал меня, мои братья за меня молились, и это дело закрыли, и я не виновен. Раньше, по молодости, я играл во дворах с собутыльниками до глубокой ночи, а теперь я играю для Бога. Я теперь знаю, для чего я живу, я знаю смысл жизни, теперь я рад, что я вообще рожден, и я знаю, куда я иду. Сейчас Борису всего 27, и у него уже есть прекрасная, любимая жена, настоящие верные друзья и мир с родственниками. Жизнь приобрела смысл, и его ждет великое будущее.